У девчонок сегодня на ужин кусочки вот такие вот. Бывает еще вот этот вот корм с такими мясными вытянутыми кусочками. Иногда вот вы его видите, кто-то у меня спрашивал, салат там или какой, что это вот такой корм. Просто зависит от вкуса. Какие-то они едят лучше, какие-то хуже. И они вот, этот корм разный бывает по консистенции. Бывает вот такими котлетками, а бывает вот волокнами. Волокнами они лучше любят. Ну, что-то я сегодня взяла вот котлетками, потому что там индейка. Вкус они любят с индейкой. Но дороговат вот проплан. У нас в городе в розницу где-то рублей 80 стоит один пакетик. Ну, под заказ примерно так же. То есть, не дешевый корм. Я не считаю, что он, если честно, прям идеальный по составу. Ну, так вот иногда им беру. А так вот я вам показывала уже, какие паштетики они кушают у нас. Ну, и винер, консервочки. С удовольствием наяривают, вот видите его, нравится им. Сухой, кстати, корм им тоже понравился. Последний, который показывала я, едят хорошо, наравне со своим любимым пропланом. Заказала еще на пробу один вкус. Скоро будем тестировать. По составу неплохой корм, но по цене более-менее. И заказала еще девочкам примордиаль корм. Тоже на пробу. Луняшки я его, по-моему, брала, когда тестировала на неразные корма, когда она еще маленькая была. Но тогда она его вроде не особо ела. Но сейчас, может быть, в конкуренции с Нюшкой будет есть лучше, потому что цена, ну, более-менее, скажем так, из дорогих кормов, которую я способна потянуть. А состав хороший у корма. Ну вот, тоже попробуем. Скоро получу. Будем тестировать. На, Луняшка. Понравился, да? А то она у меня сегодня с утра на завтрак. Винер не доела первый раз. Думаю, наверное, что-то все надоело ей. Может, вкус этот. Взяла вот эти вот им. Дорого, конечно, двоих кормить. Но иногда можно. И Нюшенька с удовольствием кушает котлетки. Да? Ням-нямушка, прям ням-нямушка. Иногда они так аппетитно лопают, что мне самой аж хочется попробовать корм этот кошачий. Да, Луняшка, скажи? Нетушки. Это все нам. Это все только для любимок.